Всем огромный привет, и я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог. Сразу прошу прощения за свой внешний вид. Я так одеваюсь только в том случае, если у меня дома генеральная уборка, и мне нужно где-нибудь лазить. Это мои самые ужасные штаны, надо их уже выбросить, потому что стыдно в таких ходить. Но, конечно, у меня есть домашние аутфиты поприличнее, костюмчик. Но вот когда надо, если я знаю, что в какие-то труднодоступные места нужно лезть, я, в общем, надеваю его. Ну, кофту я уже, конечно, переодела, потому что я уже сейчас пойду за ребенком. И да, сегодня хочу сделать расхламление. Также меня просили снять рум-тур, но я уже говорила, что мы в этой квартире живем чуть больше 1,5 года. Мы еще не успели сделать все так, как мы хотели. И уже одну комнату у Льва мы хотим сейчас переделать, потому что, ну, он как бы растет, хочется ему что-то поинтереснее там сделать. А с другой стороны, я подумала, сниму до-после. То есть покажу сначала все как есть, со всеми косяками, ободранными углами, а потом уже покажу, что мы сделали, потому что я думаю, сейчас вот ноябрь, декабрь будет в процессе. Что-нибудь мы точно обязательно сделаем. Хочется на деревянную поменять столешницу на кухне. И, в общем, ну, в гостиной пол. В общем, все вам покажу и расскажу потом. Вот, и еще я ждала, ко мне должны были прийти две посылки. Одна с Feel Unique, я заказывала там косметику и заказала себе палетку от Huda Beauty. Хотела вам показать, но вместо 10 дней она уже идет 14. И это уже не первый раз, поэтому не знаю, буду я там заказывать еще или нет. И заказывала еще с Membershop, обещали 3 дня и уже идет 8 дней. Написали письмо, типа, извиняемся за задержку. Ну, конечно, как деньги брать, так сразу. Хотя там на Membershop можно было платить при получение. Но я как-то привыкла все сразу оплачивать, чтобы у меня голова не болела, но теперь у меня голова болит, когда я получу свои посылки. Но если успею дойти, то в этом видео покажу свои покупки. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Посмотрите, какая красота на улице. Даже невозможно ее не показать и просто пройти мимо. Я сейчас шла из своей комнаты, посмотрела в гостиную, смотрю, прям аж светится окно, когда солнце падает на деревья, но попадает на деревья, просто все огнем горит. Очень красиво на улице. Мы сегодня в детский сад не пошли, точнее, Лев не пошел, но я, потому что я живу, отвожу. Вот, так что пойдем гулять на улицу и, может быть, пофотографируемся. Но невозможно не пофотографироваться, потому что реально очень-очень красиво на улице. Я очень рада, что прямо из окна могу это наблюдать все. Конечно, уже скоро все деревья, все листья опадут, точнее, не будет ничего интересного, но вот пока есть возможность, я и фотографирую, и видео себе делаю на память. Очень красиво. И, девчонки, хочу поделиться с вами еще одной своей покупкой, которую очень давно мечтала. Это очиститель воздуха от Xiaomi. Купила я его на Алиэкспресс за $105, и на момент распродажи 11.11 он будет стоить $99. На самом деле думала ее дождаться, и видео, которое выйдет у меня 9 ноября, с покупками, и также я покажу в корзине, что я планирую заказывать, он там есть, потому что, ну, как бы я видео снимала раньше, но все-таки не удержалась, я заказала, потому что пыль дома просто достала. Наверное, 11-го будут еще какие-нибудь купоны, но я не знаю, если будет какая-то информация, я обязательно вам оставлю ее. И, честно, я в восторге, посмотрите, какой он стильный. Он достаточно большой, 6,6 килограмм, и курьер мне доставил его в течение 5 или 6 дней из ближайшего склада. То есть это была либо Польша, либо Германия. За доставку я ничего не платила. И да, в предыдущем видео, в каком-то, точнее, из видео был вопрос, платила ли я что-то за растаможку, если в Эстонию заказываешь. Нет, ничего, потому что склады находятся в Европе. В общем, я его потаскала по всей квартире. Самый грязный воздух оказался в спальне. В принципе, самый пыльный, я так и думала, потому что там и постельное белье лежит, и покрывало, и одежда. В общем, все в таком духе. И самый чистый воздух у меня здесь и у Льва в комнате, но у него там работает увлажнитель. Значит, увлажнитель все-таки работает. Когда воздух более-менее в нормальном состоянии, ну, точнее, нормально, горит зеленый индикатор, он работает очень тихо, но когда сильное загрязнение или вам нужно очистить короче, если вам надо очистить большую территорию, то тогда он начинает так нормально жужжать, вот. Классная вещь, честно, вот очень хотела, посмотрим, знаете, я после того, как зашла в спальню, вот оставила его там, прям морозная свежесть такая была, у меня даже нос замерз. Потрясающие вещи и очень стильно смотрится. Ссылку вам оставлю в этом видео тоже, если хотите. Вот, но если нет, то вы можете дождаться и 11 ноября и заказать тогда. Ну, если вам вообще нужна такая вещь, конечно. Только я поругалась, и сразу разом пришли все мои посылки. Надо почаще ругаться, чтобы они быстрее доходили. В общем, я
все сложила в одну коробку, вообще их было две, и одна коробка у меня с Feel Unique, и другая коробка с Member Shop была побольше, но я у мамы ее оставила, чтобы не тащить домой. Сейчас покажу вам все, что заказала. Вообще с Feel Unique заказ я делала ради вот этой палетки от Huda Beauty, которая состоит из зеленых оттенков. Я уже ее открывала и даже выкладывала в Instagram вместе со свотчами, но те, кто не подписан на Instagram, сейчас вам здесь тоже ее покажу. Дальше я заказала себе вот такой вот шампунь от Matrix, потому что я, в общем, ходила в салон краситься, не вытерпела, я не стала уже сама, у меня очень чешется вся голова, я думала, что у меня перхоть, но мастер мне сказала, что это не перхоть, а какие-то просто, знаете, вот корочки, как будто сожжена кожа головы, и это может быть от красок магазинных, потому что там 9% перекиси, по-моему, как-то так она мне объяснила, и мы красились вообще на 1,8. Она мне посоветовала детские шампуни использовать, я использовала, кстати, мне перестала наконец-то чесаться голова и образовываться эти корочки, и мыть не очень горячей водой, обычно я прям кипятком. Ну вот, решила заказать себе вот такой шампунь от Matrix, не знаю, попробую, посмотрю. Дальше я купила вот такой вот крем, тут испачкаю. А, вот у меня руки мокрые. Крем под глаза от марки Clad Skin. Он стоил он каких-то вообще 59 евро, но на мембершоп я заказала его со скидкой чуть меньше, чем в половину. И, не знаю, за такую стоимость надеюсь, что мне новые глаза там нарисуют, без мешков, без кругов и так далее. Попробуем, я тоже открою, потом покажу, что здесь. Как всегда, заказала один из своих самых любимых тональных кремов от Bourjois. Взяла 51 оттенок, потому что сейчас я опять бледная уже после лета. Дальше заказала на Feel Unique вот такую мицеллярную воду от Garnier. Это какая-то органическая для веганов, какая-то веганская формула. Вот, еще не пробовала, но думаю, что она, кстати, очень приятно пахнет, в отличие от других, по-моему, у них вообще нет никакого аромата. Далее взяла себе вот такие две туши от Gauche. Не видела у нас таких, но у меня сейчас все закончилось, я почитала отзывы на них, очень хорошие, вот пока запечатанные и не пробовала, попробую, тоже обязательно расскажу, может быть, в фаворитах. Далее, конечно же, это мой любимый консилер от Maybelline, заказываю уже третий раз его, сейчас опять взяла себе светлый оттенок, опять же, потому что бледная, очень люблю, для меня по своим свойствам похож на консилер от Clarins, такой в тюбике, который я тоже очень сильно люблю. Дальше какую-то бумажку мне здесь Feel Unique положили. Так, спасибо за размещенный заказ. К сожалению, выбранный вами пробник сейчас отсутствует. Пожалуйста, примите наши, хотел сказать, соболезнования, примите наши извинения. Надеемся, что типа альтернативный сэмпл тоже вам принесет удовольствие. И что это? Это Yves Saint Laurent какой-то пробник духов. А я заказывала пробник серума под глаза. Ну да ладно. И последнее всегда, что с Женей мы заказываем, это Тиги пасту для волос. Или паста, или что, да, паста матовая, финишная. Ну, короче, паста для волос, потому что у него волосы, ну, у него стрижка такая, которая требует укладки. В общем, вот весь мой заказ. Я не помню, сколько общей стоимости он был. Если два заказа брать, ну, в общем, теперь на месяц точно мне всего хватит, что я здесь заказала, а что-то еще, да какой на месяц, что-то еще больше. Вот, так что, вот такая у меня была посылка, которую я очень-очень ждала, наконец-то она до меня дошла, сейчас палетку откроем, посмотрим. Так, и вот открыла я обе туши от Gauche, теперь придется двумя пользоваться, как видите, одна кисточка натуральная, вот такая длинная, обожаю такие, и вторая силиконовая, изогнутая, не знаю, отзывы тоже на них были хорошие, поэтому, когда попробую, обязательно вам расскажу. Ну и крем под глаза вот с таким носиком, вот ради него заказывала, потому что видела, как он в открытом виде выглядит. Вот, буду держать в холодильнике и по утрам использовать. Вот. Да, вот таким образом выглядит палетка от Huda Beauty, которую я очень давно хотела. Здесь, как видите, все оттенки зеленые. И вот этот желтый даже, он с такой зеленцой. На самом деле, не знаю, буду ли я использовать ее в повседневной жизни. Ну, на какие-то, может быть, тематические вечеринки, вот у моей подруги сейчас будет день рождения, и будет все вот в таких оттенках, ну, точнее, одежда должна быть в таких оттенках, темно-зеленых, здесь цвет чуть-чуть посветлее, она, когда увидела эту палетку, говорит, сделаешь мне с каким-нибудь цветом макияж, ну, что ж, можно сделать, что-нибудь придумать, и по качеству просто суперские тени, на момент покупки стоили 21 или 22 фунта,
в долларах и в евро, честно говоря, не знаю, сколько это, ну, в районе, наверное, 24 или 23 евро, не знаю, какой там курс. В общем, я очень-очень довольна. И обязательно сделаю в Инстаграм какой-нибудь макияж. Я ссылку вам оставлю на Инстаграм, можете посмотреть там ее со свотчами. На самом деле, я не ожидала, но девочки, все, кто смотрел эту палетку в Инстаграм, были просто в восторге. Всем так нравятся, оказывается, зеленые цвета. Поэтому вот много единомышленников, кто захотел себе тоже эту палетку. И, кстати, если вы не смотрите видео про AliExpress, знаю, что не все их любят, хочу еще раз вам показать вот этот ковер, который я, кстати, заказала на AliExpress, я оставляла на него ссылку в предыдущем видео, я просто не могу нарадоваться этой покупкой, я вижу, Лев там мне уже вон чем-то запачкал его, наверное, тенями, но это ну, просто красота, я не знаю, никогда не была в восторге от покупок с AliExpress, так как вот от этого коврика. Я заказала себе еще две штуки, ну, в общей сложности три, потому что с пальмами я заказала давно, и два сейчас были распродажи, тоже взяла, не помню точно каких цветов, знаю, что есть один похожего цвета, только другой рисунок у него, вот, и положу их, ну, у меня есть, может быть, один в ванную комнату положу, другой точно будет у Льва в комнате перед его столиком, за которым мы будем заниматься, и один в спальню хочу, по-моему, я даже там длинную дорожку взяла, вот, так что все, достаю свои пледы, потому что уже холодно становится. Так что, если вы хотите, то предыдущее видео, там есть все ссылки. Итак, сегодня у меня очень сложный день, много уборки, и нужно разобрать вот этот завал с игрушками, это еще не все. Там в самом начале комнаты тоже лежат, я специально за ним наблюдала неделю, смотрела, с чем он точно играет, а что лежит такое бесхозное, поэтому сегодня соберу все и отнесу на помойку, потому что уже невозможно. Есть очень хорошие игрушки, с которыми он не играет, ну, я не знаю, честно говоря, кому предложить, потому что все дети либо нашего возраста и уже с такими не играют, либо еще не родились, поэтому сейчас я надеюсь, что довольно быстро с этим разгребусь, потому что уже скоро идти за ним в садик. Вот, так что желаю себе удачи, надеюсь, что я быстро с этим завалом справлюсь. Так, ну вот, результат моей уборки, я очень довольна, потому что из четырех органайзеров осталось три. Два мешка сегодня как раз пойду за ребенком в садик и выброшу. Значит так, я в одном органайзере оставила все крупногабаритные такие машины, джипы там, всякие монстр-траки и так далее. Потом есть у нас там большая машина из щенячьего патруля, которая раскладывается, я ее оставила, и вот этот автобус, который на английском разговаривает, тоже решила оставить, потому что он очень часто с ним играет и очень удобно изучать английский. Во втором органайзере я оставила все игры логические, развивашки, с которыми мы занимаемся, допустим, вот он очень любит эти стаканчики, мы раскладываем по цветам, по цифрам собираем потом, у нас два набора таких потом, вот это он никак расстаться не может, уже вдоль поперек ее изучил, но я вижу, как он постоянно с ней играет, поэтому тоже ее оставила. Доска у нас такая была для нарезания, знаете, такие намагниченные овощи и фрукты, и хотела ее выбросить, потому что, не намагниченная, а на липучках там, хотела выбросить, потому что мы половину растеряли, но здесь есть ножичек, и очень удобно им резать пластилин, поэтому оставила как раз вот для этих целей, и вот большой органайзер, сюда сложила все такие доски тоже, развивашки, складывать животных, также вот для рисования доска у нас, она с другой стороны магнитная, так что я очень довольна, игрушек стало гораздо меньше, и вот сюда сложила, это Женя так складывает, у нас обычно все машинки, которые Лев коллекционирует, но это они вместе с Женей коллекционируют тачки, Hot Wheels, и также Валли или Велли, что-то в этом роде, и вот эти вот две машинки я покупала на AliExpress, металлические, из тачек, вот, красивые такие, необычные, вот сейчас Женя домой скоро поедет, привезет еще, по 5 штук они в комплекте, или по одной можно выбирать, очень классные, вон тут акула такая, вообще клевые просто, металлические, супер выглядят, так что вот. Уборка завершена. Знаете, за что я люблю посудомойку? Это за то, что она вот таким образом отмывает посуду, вот все блестит, я, конечно, руками так никогда такого не добьюсь. На самом деле, очень долго сопротивлялась насчет ее покупки, как обычно, то насчет пылесоса-робота сначала сопротивлялась, но теперь уже оценила всю прелесть, она у нас где-то, наверное, полтора года. Я сначала просто думала, что в семью из трех человек как-то нецелесообразно вообще покупать посудомойку, ну, потому что, в принципе, не так много посуды. Но оказывается, что очень много, я каждый день загружаю, считаю ее на ночь, но вот сейчас мыла кастрюлю, потому что мне надо варить суп и сковородку тоже.
Покупаю вот такие вот капсулы. До этого были капсулы 3 био. Очень хорошо все отмывали, но что-то после них посуда как-то псиной стала пахнуть. Вот знаете, не знаю, может, у кого-то такое было, поэтому мы перешли тоже на вот такие. Они экологически чистые. Такая двойная таблетка, ну, два разных цвета. И есть слегка уловимый такой аромат, но отмывает посуду отлично и никакого запаха нет. Так что, девочки, если вы думаете насчет посудомойки, то я вот прям настоятельно рекомендую. У нас вот такая небольшая. Вот, и я, кстати, мыла это все на режиме 1:15, кружки обычно там моют, кружки там, что-то еще такое, не очень сильное загрязнение, и вот она все отмыла за 1:15, так что очень-очень советую. У нас вот такая она, самая-самая простая, вот, Electrolux, несколько режимов у нее есть, так что могу посоветовать ее, вот эту модель.